Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на проекте Amazing Replay. Сегодня у нас будет новое видео, реально довольно-таки интересное. Я надеюсь, что оно будет получиться интересным, потому что многое зависит не от меня в этом видео. Я не знаю, как все получится, но я надеюсь, что видос реально будет пушка, и вам он понравится. Поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал. Также не забывайте ввести промокод, пишите MM, потом 7-й пункт указать промокод, пишите указать друга ютубера и вводите промокод Кирилл Гейм капсом. За него получите 150 тысяч. Поэтому не забывайте вводить его промокод. Также, пацаны, сейчас я активно набираю людей в ФОМУ. Мы как бы копим ваучеры, чтобы потом купить плюшки, получается, для семьи. У нас сейчас 219 ваучеров. То есть я сейчас активно занимаюсь семьей, поэтому буду вас всех ждать. Пишите мне ВКонтакте, звоните мне в игре. Я каждый день делаю наборы по несколько раз, поэтому всех смогу принять. Кто хочет к нам в семью, обращайтесь, с радостью всех приму. У нас есть вот особняк за моей спиной, у нас есть 10 машин. Короче, у нас топовая ФОМА, поэтому всех приглашаю к нам в семью. Ну а сегодня я хочу собрать людей, и мы пойдем толпой на ВЧ. Я давно хотел записать такое видео, но сейчас выходной, много людей как бы в онлайне, 77 человек, поэтому сейчас я напишу в ФОМУ, то что сбор на особняке, поедем атаковать ВЧ. И в принципе выдам всем оружие, мы купим аптечки, броники, и надеюсь то, что у нас все получится. Поэтому, пацаны, всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, в первую очередь сейчас мы возьмем машины ФОМЫ, как бы выйдем, поставим их, чтобы сейчас уже все как бы ехали сюда. Вот эту пиндюрку надо убрать. Сейчас я поставлю все тачки. Вот у нас такой автопарк. Конечно, не самый пиздатый, но я думаю, нормально пойдет. Сейчас садимся в машинки. Сейчас я все выстрою. Возьму патрончики, возьму как бы материалы, и все будет по красоте реально. Все, две машинки я поставил. Я думаю, этого нам в принципе хватит. Давайте пишем в чат теперь сбор на особняке. Ну, сейчас будем ждать, пока все зайдут, и уже потом поедем. У нас примерно человек 20, я думаю, это нормально. Поэтому сейчас будем ехать, покупать броники, аптечки, все дела. Ну что ж, пацаны, вот мы приехали. Смотри, какой красивый строй просто. По красоте реально. Просто по красоте. Там пизда, пацаны, сейчас будет, реально. Надеюсь, то, что будет весело. Так, пробуем залезть. Со снайперки. Ебать, там танк, нахуй. Там танк, это пизда. На склад пытайтесь бежать. Ебать, мясо, нахуй. Ебать его в рот. Нихуя себе тут мясо, нахуй. К такому жизнь меня не готовила. Ебать там людей, это пизда, конечно. Так, вон там кто-то бегает. Так, положил одного. Нихуя себе по мне ебанули. Ебашьте, пацаны, живите нахуй. Надо ебашить, пацаны, надо ебашить.
Ух, ебать, по мне кто-то со снайпы стреляет, вон. Чё, ебанутые, блядь. Не-не-не, ебать, дядя, ты шо? Надо съебаться. Я тут не перелезу. Ладно, меня убили, сука. Ебать его в рот, вот это жестко было нахуй просто. Меня еще и посадили, блядь, пизда. Ну, бля, по-любому там засада, пацаны, была, это 100%. Ну там, пацаны, танк, не было бы танка, блядь, мы бы затащили. Реально, если бы не было танка, мы бы затащили. А так, блядь, ну что мы против танка сделаем? Ну, нереально просто вообще. Потому что, блядь, он уебал один раз и все, и пизда. К сожалению... Вот сложно такое делать, потому что, блядь, постоянно сливает инфу. Постоянно инфу сливает, короче. Ну нереально, пацаны, это сделать. По-грамотному. Они уже нас ждали, понимаете. Там уже и ФСБ, и мусора были, короче. Поэтому очень сложно было это реализовать. Но мы показали хотя бы то, что мы можем. Я хоть кого-то как бы убил. Уже не стыдно. Давай еще раз. Я сейчас все бабки проебу на это КПЗ, походу, да? Да, походу, сейчас еще бабки проебу на это КПЗ. Бля, мы так долго собирались, знаете, и в итоге нас за 5 минут всех положили. Ну, может быть, не всех положили, потому что нас много было. Но я хоть пару человек смог убить. Ебать, уже 300 тысяч проебало. Сколько мне вообще сидеть? Ого, час сидеть. Да не, дядя, это дохуя. Я сейчас, походу, реально все папки проебу на КПЗ. Давай, пожалуйста, выйди сейчас хотя бы. Алло. Сейчас последний раз, короче, если не получается, то, блядь, я ебал в рот, реально. Просто я уже столько бабок проебал. Я не знаю, блядь, это пиздец, реально. Сколько? У меня 1,7 было. Я уже 400 тысяч потратил. Фух, ебать. Фартовый, с 5-го раза вышел, блядь, хотя бы. Слава богу, нахуй, хотя бы с 5-го раза вышел. Кстати, пацаны, тут моя бывшая машинка. Может, кто-то ее помнит. Я думаю, все ее знают, в принципе, потому что видос набрал много просмотров, когда я себе купил эту машину. Если что, я ее продал за 50 миллионов, поэтому вот как-то так, потому что мне нужны были срочно деньги, потому что я хотел поставить третий чип на Мурку, то есть на BMW M5F90, Мур 7-ки. И я поставил на нее третий чип, поэтому все заебись. Да тут рядом я живу, вон там, второй домик. Спасибо большое. Так, вон, короче, он меня подвез. Он ее обменял, короче, на крузак. У него был крузак с аудио Z2-ки. И он этот крузак поменял на эту пятнашку. И он на нее уже нитро поставил, поэтому там полностью зеленый ПТС. Но честно, я не жалею то, что я как бы продал. Да, я ушел минус. А, блядь, дом же сейчас не у меня. Ебать, я дебил. Дом же сейчас не у меня находится. Я приехал на Рублевку, но я свой дом дал на время Гроссману, чтобы он забрал машины и починил свои машины. А я об этом, блядь, забыл. Но если что, это мой дом, пацаны. Я его не продавал. Ладно, погнали тогда сейчас в бизнес, залетим, похаваем, купим ремочки. И я, скорее всего, просто перезайду, наверное. Так вот, пацаны, если что, я номера купил еще с пятнашки. Вчера номера купил за 7 миллионов. И я еще купил R8-ки. То есть теперь у меня есть и R8-ки, и топ-8-ки. Поэтому все по кайфу. То есть моя коллекция, в принципе, нормально такая. Вот, смотрите, у меня есть, получается, MR-8-ки, EKH-8-ки, 3K3-8-ки, NAH-8-ки, AMR-8-ки, топ-8-ки и R8-ки. То есть коллекция довольно-таки хорошая. Как бы мне нравится. Мне реально по кайфу. Да, возможно, номера обесценятся, когда выйдет обновление с регионами, но зато у меня есть своя коллекция, которую я, в принципе, собрал, она довольно-таки немаленькая, я думаю, нормальная, поэтому вот как-то так. Вот мой бизнес, если что, можете тоже здесь закупаться. Так, ремочки есть у меня, да? Давайте тогда покушаем, в принципе. Кстати, пацаны, кому нужно починить целостность автомобиля, я сейчас этим занимаюсь, как бы в моей группе ВКонтакте есть цены, там не очень дорого, поэтому кому нужно починить целостность, обращайтесь. У меня есть 4 свободных места, то есть могу за раз взять 4 машины на ремонт. Качественный, без обмана, можете обращаться ко мне. Вот, пацаны, она родная просто легенда. Реально легенда, пацаны. Просто, я думаю, многие все эту машину знают. Спасибо большое, то, что меня придавили. Ладно, ничего страшного. Правда, у меня теперь дверей нету. Алло, блядь, дверь верните хотя бы. Ладно, давайте я вам карпас покажу, в принципе. 266 ID. Здесь теперь стоит третий чип. Аудиосистема здесь стояла. Здесь только не хватает развала. Но, по-моему, его поставить нельзя. И нету еще стробоскоп. Госка 900 тысяч, пробег, пацаны, 70 тысяч километров. Поэтому тачка реально очень классная. Максималка 252. Но я думаю, это вы тоже прекрасно знаете.
знаете, потому что недавно я снимал видео про BMW M5 F90, которая была тоже с этим чипом, но не эта, другая. Поэтому вот как-то так. Бля, обратно кто-то мешает мне машину взять. Ну реально, тачка огонь просто. Блин, пацаны, BMW M5 F90 с этим чипом, это реально такой кайф, еще и с аудио просто. Я мечтал об этой машине, реально мечтал просто, чтобы у меня был здесь третий чип, чтобы у меня здесь было аудио. И именно поэтому я продал пятнашку дешево, потому что мне срочно нужны были деньги. Славик Путбуль мне поставил, получается, аудиосистему. Ой, аудиосистему. Третий чип он мне поставил. За 36 миллионов я купил третий чип, кому интересно. Я считаю то, что это не очень дорого, потому что на Magnum я покупал третий чип за 55 миллионов. И то у своих я покупал. Да, по сути это дорого, но я как бы сам хотел третий чип, поэтому вот как-то так оно и получилось. Но я считаю, пацаны, то, что видос получился довольно-таки интересный. Мы сходили на ВЧ. Да, у нас особо не получилось то, что я именно хотел. Но в любом случае, я уверен, то, что в Фоме есть люди, которые состоят в ВЧ, есть какие-то полковники, поэтому понятное дело, то, что нас уже там ждали. И ждали нас серьезно, потому что по нам начали сразу стрелять с танка. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.